Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и мы продолжаем играть в Ведьмака 3. Походил я, пособирал одежки в прошлом видео из школы кота. Все-таки откатился назад, вывернул и дуплетик взял, так что полный комплект у нас был. Вот у нас и корпус теперь есть тоже, доспех школы кота. Потом мы его проапгрейдим, уже у нас такая возможность есть, но мы еще просто не доросли до того уровня, когда с проапгрейдом сможем пользоваться. И также еще сделал я мечи школы кота, серебряный меч и, соответственно, стальной. Но подумал я о том, что может быть нам кузнеца какого-нибудь получше поискать, который сделает более качественные вещицы. Поэтому зашел вот сюда. Это у нас Новиград, кузница. И встретил тут вот такого интересного товарища, Хатари. И помнится мне, что мы с таким товарищем еще не общались. Заданий никаких нет, но о нем упоминали другие кузнецы. Как о легендарном мастере, который может ковать замечательные мечи. Давайте с ним пообщаемся, что он нам скажет. Что тут у тебя? Приданские вареники. Наше главное блюдо. Всячески рекомендую. Что от меня? Гладгерн в моем заведении? Не может быть. Откуда ты знаешь, что я ведьмак? Ты шутишь? У кого еще клинки с серебряной рукоятью? Махаканская работа, а? Дюймов 40 будет. Специалист по мечам. Ты должна быть Эйвор Хатори. Ха, вот меня и раскусили. Да, он самый. Геральт из Ривии. Я слышал о тебе много хорошего. Приятно познакомиться, Геральт. Чем могу служить? Может, вареник другой? Давайте попробуем вареники. Вкусно. Я рад. Могу я еще что-нибудь для тебя сделать? Вареньки с картошкой в перемешку с пельменями жареные шикарно просто идут. Особенно если какой-нибудь соус с майонезиком и кетчупом забурить, то вообще прям фантастическое блюдо. Итак, я ищу хорошего мечника. Я ищу хорошего мечника. Ты знаешь кого-нибудь? Ха! А тебе не кажется, что третий меч на спине уже перебор? Ладно, если серьезно, ты хоть иногда куешь что-нибудь? Откровенно говоря, редко. Я теперь делаю вареники, надо же жить на что-то. Что же у него произошло? Но грустно мне без мехов и наковальни. Если бы не этот гребаный Ванхорн... Похоже, я не знаю этой истории. Не завлекать же клиента ведьмака варениками. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Ну, пойдем. Даже стало интересно. Чувствую, нас ждет интересная, увлекательная история. Ох, сколько же у тебя тут мечей? И непростых. Оставил себе несколько на память. Щиты, броня, мечи. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Я бы с удовольствием поменял свое оружие на такой клинок. Почему вдруг великий мастер решил месить тесто? Так и денег больше, а главное, безопасней. Повара не пропадают без вести и не становятся калеками. Понимаю. Кто-то контролирует новиградский кузнечный рынок. Формально нет, но все поставки идут через Эрнста Ванхорна. А он, говорят, часто играет в карты с тесаком. Эрнст Ванхорн? И кто такой этот Эрнст Ванхорн? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская в доках. И очень большие амбиции. Он знал, что не сможет сделать остальных мечников мастерством. Вот и искал другие способы. Другие? Одного грязью облить, у другого выкупить долги за бесценок и отнять мастерскую. А если попадется долбанный нелюдь... Донести властям, что тот Гвинкар. Как я понимаю, от тебя он избавился именно так.
Я сначала боролся, ходил в ратушу, вел переговоры, только все зря. Он уже тогда был под охраной тесака, а в Новиграде мало кто перейдет тесаку дорогу. Не получилось договориться? А ты не пробовал с ним договориться? С Ван Хорном? Да что ты! Это же куча дерьма! Или ты играешь по его правилам и платишь ему процент, или тебя просто не существует. Понятно. Ну знаешь, мне жаловаться не приходится. Вареники дают отличный доход. Только вот... Ты тоскуешь по мехам и наковальне. А ты не пытался наладить поставки из других источников? Все бандиты контролируют. Как мне с ними договариваться? Хотя, может, если бы ты помог мне в этом деле. Ну, конечно же, мы поможем. Что же делать-то? Я должен обеспечить поставки. Предлагаешь мне заняться твоими поставками? Это как? Просто сходи со мной навстречу в качестве охраны. В свое время я пытался сговориться насчет поставок железа с человеком короля нищих. Ну да. Его-то эмбарго тесака не сильно заботит. Только король потребовал какой-то сумасшедший процент. А может, ты бы мне помог с переговорами? Недаром, понятное дело. Договоримся. Я мог бы, например, выбрать для себя что-нибудь из этой коллекции. Ах, забудь об этом мусоре. Я выкую тебе клинок, которым ты сможешь убивать богов. Ну, не знаю. Что-то мне не хочется лезть в дела новиградского преступного мира. Мне бы твоя помощь здорово пригодилась. Этого сукина сына надо как следует проучить. Я буду тебе должен до конца дней. Хочешь латный доспех? Я тебе устрою. А может, трибушет или там катапульту? Ну что, договаривайся о встрече. Я согласен. Устраивай встречу. Замечательно. Встретимся, как стемнеет, у журавля в доках. Так, отлично. Итак, мечи и вареники. Давайте выбираем его. И давайте будем делать именно это задание. Так. Вот сюда мы сейчас с вами пробежимся. Как стемнеет, нам сказали. Подойти в доки. А сейчас у нас сколько время? 17:07, но уже скоро стемнеет. Давайте, наверное, часиков до 10 помедитируем. Дождемся. Ну вот, уже и темно. И... Так, это моряк. Приветствую. Это здесь? Привет, ведьмак. Немного дальше. Ты готов? Да, я готов. Пойдем. Веди. Отлично. Сюда. Так, пошли. Идем. Человека короля нищих зовут Жесть. Что ты о нем знаешь? Немного. Его легко рассердить, так что торгуйся осторожно. Он нам нужен больше, чем мы ему. Так, куда дальше? Вот они, красавцы. Давайте посмотрим, что дальше будет. Ты должен был прийти один, эльф. Это кто такой? Заботливый друг. Ах, да. Добро. Значит так. Шеф говорит, раз уж идти на открытый конфликт с тесаком, это дело должно окупиться. У нас одно предложение. Торга не будет. Ну, попробуй нас удивить. Постоянные поставки железа будут вам стоить 50% от дохода. Так, поторгуемся. Мы дадим вам 25. Ты кто такой, чтобы ставить условия королю нищих? 35, мое последнее слово. Все еще много. 25% и не больше. И скидки для вас в мастерской.
Да ты спятил, бродяга. Ничего не выйдет. Пойдем, ребята. Нет, так нет. Вот так нет, что поделаешь. Геральт, что ты тварь? Погодите. Будь по-вашему. Если торговаться с заботливой другой. Мы согласны на ваши 25 плюс скидки. Yes. Согласен. Приятно иметь с вами дело. С вами тоже, ребята, приятно. Ой, жесть, жесть. Что-то тебя переклинило по пьяни. Это территория тесака, нищеброд. Зараза, это еще кто? Люди тесака. Быстро он устал. Где? Что нам делать? Хорошего понимания. Так. Ах ты гад! Надо собрать лут. Блин, чуть не убили, сволочи. Давайте дальше. Так, это наши пацаны. Осторожно, вдруг они и там тоже. Так, что нам делать? Отбиться от головорезов, напавших из засады. Давай. Пошли, Хаттри. Так, что на лошадях поедем? Что-то это мне какой-то GTA напоминает. Ну ничего. Я надеюсь, нам это окупится. То есть мы можем рассчитывать на ваши поставки? За кого ты меня принимаешь? Дал я слово или нет? Но на вашем месте я бы нанял охрану. Никогда не знаешь, чего ждать от тесака. А ты не можешь дать нам охрану? Может, ты дашь нам кого-нибудь в охрану? Несколько говнюков тесака выжило, так что он наверняка уже обо всем знает. Охранников у меня для вас нет, так что на вашем месте я бы залег на дно, хоть на время. Спасибо тебе, жесть. Рано или поздно начальство договорится, и вас оставят в покое. Только до тех пор надо дожить. Ну, что теперь? Пока мы тут ля-ля, дружок-то твой смылся. Сразу. Эй, подожди! Так, ну что, давайте догонять его. Прикольный чувак, веселый. Хатори, подожди! Так, ну что, побежали. Куда он делся-то? Ну так и так. Куда ты сюда убежал? А, он в свою лавку убежал. Ну давайте посмотрим, где он там. Так, вот его лавка. Ух ты, он заперся. Интересное кино. А как же нам туда попасть? Наверх? Давайте попробуем здесь пробраться. Тихо. Так. Вот здесь окошко есть, смотрите-ка. Ну что, давайте искать его. По идее, он внизу должен быть. Который? Ты там? Отвори! Ним жизнь! Оставь меня в покое! Не глупи, впусти меня!
Никогда! И отсюда не выйду до Мидинвайрне! Мы по-другому договаривались. Прости, Геральт. Это была ошибка. Вести дела с этими бандитами. Поздновато раскаиваться. Король нищих наладит тебе поставки. И что тогда? Чем ты собираешься ему платить? Во что я ввязался? Геральт, ты обязан мне помочь. Нет, не обязан. Я ведьмак, а не охранник. Вот именно. Ты мог бы подыскать мне охранника. Геральт, умоляю, они ведь убьют меня. У тебя есть какой-нибудь кандидат? У тебя есть кто-нибудь конкретный на примете? Есть такой наемник. Сукрус. Он часто выпивает в Иситре. Это старый пират со Скеллиги. Здоровый, как амбар. Такой даже дюжины тесаков не побоится. Ты не можешь сам с ним поговорить? Понимаешь... Мы расстались немного в ссоре. То есть он требовал премии, а я... А ты ему не заплатил, отлично. И что ты предлагаешь, мне еще и денег ему дать? Вы наверняка договоритесь, Геральт. Не оставляй меня так. Какой непростой нам достался кузнец. Ну что, пойдем искать этого кекса. Куда он там делся? Так... Где-то здесь недалеко, по идее, должно быть. А нет, смотрите, достаточно далеко. Но все равно мы сейчас его найдем. Так, осетр какой-то, да? Ага, вот сюда. Сюда. Мужик в трусах. Лучше не вмешиваться. Так, что случилось? Не видишь, мы разговариваем. Так, судя по всему, это Сукрус. Не твое собачье дело. Тоже в рыло хочешь? Типа драться будем? На тебе. На тебе, засранчик. Прости, но ты сам напросился. Геральт меня зовут. Сукрус, а ты, приятель, молодец. Заполируем пивком? Идем, внутри поговорим. Самый лучший способ подружиться с мужиком – это подраться с ним. Так, золотой осетр. Вот мы и в корчме. Кто тебя сюда привело? Зачем ты подрался с купцом? Из-за чего ты с купцом-то подрался? Эх, где были глаза у моей сестрички, когда она шла замуж за этого хряка? Он твой зять? Зять, один хрен. Сперва подлизывался. Привези меды со Скеллиги, оба разбогатеем. А как я расстарался... Так все больше про непредвиденные обстоятельства, стоимость хранения и всякие нет ты, брут ты. Хуже нет, чем вести дела с собственной семьей. Абсолютно согласен. Так, ну что ж, у меня есть для тебя работа. Я ищу охранника. Ты не интересуешься? Почему нет, если есть деньги? Вот прям сейчас нет. А, значит, бартер. Я тебе, а ты мне. Который я тебя убью. Ну, допустим. А что ты предлагаешь? Взять мне денег должен. Верни их, тогда и поговорим. Окей. Ах, зараза. Ладно, я этим займусь. Где его искать? А тут недалеко, в доках. Знаешь что, мне уже домашние эти деньги. Так что, если ничего не вернешь, то и так. Так что сделать-то? Разнеси ему весь запас меда, который я привез с Анскеллига. Ребячество какое-то. Да, зато все по справедливости.
Так, убедить купца со Скеллинги вернуть долг Сукрусу или уничтожить его товар. То есть, по факту поработать таким ракетиром своеобразным, да? Давайте попробуем. Попугая? Попугая можно прикупить в таверне. Так, нам нужно отсюда свалить как-то. Вот он, выход. Давайте выходить. Так, ну что, побежали. О, бандит. Есть контакт. Давайте залутаем их. Есть. О, бутеры. Отлично. Бутеры я люблю. Всякие чизбургеры, гамбургеры. И... Что такое? Кто там? Внизу кто-то. Это, видимо, какие-то чудовища. Ладно, давайте сюда побежим. Вон-ка, смотрите. В натуре там какие-то бандосики. Ладно, не будем их трогать. Пусть стоят там. Так, и так нам нужен купец. Купец у нас вот он. Так, уберем мечи и пообщаемся с ним. Привет. Приветствую. Я поручитель господина Сукруса. Пришел, чтобы... Господина? Хама, а не господина. Неграмотные дел не ведут. Передай, что я ему заплачу, когда на Скеллиге вырастут пальмы. Так, на Скеллиге выросли пальмы. На Скеллиге выросли пальмы. Заплати Сукрусу. Не может быть. Конечно, я заплачу Сукрусу. Может, аккредитив у Вивальди, да? Так я уже бегу. Такой Геральт стоит, улыбается, довольный. Ну что, давайте возвращаться. Так, сказать Сукрусу, что дело сделано. Давайте возвращаемся. Что-то там бандиты, по-моему, размножаются. Почкование. Что? Кто? По-моему, нет ничего. Так, давайте-ка сюда забегаем и вверх пойдем. На второй этаж. А, нет. Нам вниз, судя по всему. Ага, вот сюда вот. Пошли сюда. Где наш друг-то новый? А вот он, Сукрус. Привет. Салют. Как там дела, Геральт? А, отлично. Я нашел бабос. Я все устроил. Он сказал, что выпишет тебе аккредитив в банке Вивальди. Правда? Золотой ты парень. Ну так что, кому звездюлей-то ответь? Пока что надо просто присмотреть. Есть такой мечник, вы, кажется, знакомы. Эйлор Каттори, эльфишка-то, он меня как-то на топорах развести хотел, курица Дрена. И что, ты на него работаешь? Можно и так сказать. Мы вместе ликвидируем монополию на кузнечные услуги в Новиграде. У-у-у, это дело хорошее. О-о-о! Раз уж ты за него ручаешься, друг, то почему нет? Соберу только пару ребят, и можно идти. Отлично, это хорошие новости. А то я думал, что он будет залупаться. Так, и что нам делать? Сказать Сукрусу, что сделано. Теперь вернуться к Хаторе. Давайте вернемся. Так. Еще и кроны получили. Красота. Так, ну что, давайте пробежимся. Нам сюда нужно. Побежали. Так, 100 с лишним метров, но я думаю, что мы бегом просто пробежим. Ничего, в принципе, сложного здесь нет. Побежали. Не так грубо. Что ж такое-то?
Ну вот и кончился друг. Так, отлично. Йоу. Так, побежали дальше. О, у нас перевес. Так, отлично. Пьяный. Так, ну что, нам чуть-чуть осталось пройти, 34 метра, но я так думаю, что мы сейчас там будем драться, наверное. У меня есть такое ощущение. Так, давайте попробуем с центрального входа пройти. О, мадемуазель, как вы клево выглядите. Попробуем здесь пробраться. Нет? Неужели прыгать придется? Блин. А мы сможем прыгать-то с перевесом? Ну, давайте попробуем. А, может быть, как-то в окно с ним можно пообщаться? Нам показывали же, да, в окно, что с ним можно было общаться? Наверное, нет. Наверное, не получится в окошко. Может быть, и получится. Сейчас все узнаем. Что здесь у нас? Прачечная? Так. Ну что, давайте попробуем здесь подняться. Оп. Есть. Оп. Есть. И в окошко давайте залезем. Оп. Отлично. Спускаемся вниз. Опачки, пират. Блин, мы что, опоздали, что ли? Или здесь какая-то другая дверь есть еще? Привет, Хатори. Вижу, Сукрус тебя уже нашел. Вы договорились? Привет, Геральт. Да, мне пришлось отпустить ему несколько топоров по оптовой цене. Ну да что там, спасибо. Так, можно у тебя что-то заказать? Можно у тебя сейчас что-нибудь заказать? К сожалению, нет. Мне кое-чего не хватает. Ну, чего еще-то? Дай угадаю. Все сырье у Эрнста Ван Хорна. Верно. Он скупил все по низким ценам, когда многие мечники бросили ремесло. А теперь сидит на запасах, как курица на яйцах. А вот если бы... Нет, ты наверняка не согласишься. Да ладно, что ж уж делать-то? На что я не соглашусь? Я знаю, где Ван Хорн держит все свои запасы. Ему за всю жизнь столько не использовать. Может, как-нибудь позаимствовать немного? Во что ты меня опять хочешь впутать? Во что ты меня опять впутываешь? Я уже понял, что когда ты говоришь «одолжить», то имеешь в виду «украсть». Обокрасть вора — не грех. А что, та самая легендарная справедливость? Во что я опять ввязался и зачем? Как это зачем? Лучший на свете меч! Доспехи, требушеты, катапульты! Ну хорошо, допустим, я соглашусь на это безумие. Как ты себе представь... Склад Ван Хорна находится в доках. Материалы чертовски тяжелые. Пусть Сукрус возьмет своих ребят. И вот еще что. Нужные мне ящики пахнут нашатырем. Ну зашибись. Давайте-ка с ним попробуем поговорить. Может быть, сможем... продать ему оружие. Привет, Геральт. Так, будь здоров. Будь здоров. Будь здоров, Геральт. Блин, ну пойдемте дальше. Так. Давайте мы дождемся утра. Попробуем облегчить наше бремя и не таскать с собой кучу всякой фигни. Сможет он сейчас-то купить у нас? Ну-ка. Привет, Хатори. Привет, Геральт. Так, что касается склада. Что касается этого склада. Ну так как? Ты передумал? Позаимствуешь немного из его запасов? Я работаю над этим. Скоро все будет. Удачи, Геральт. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров, Геральт. Так, окей. Давайте тогда искать какого-нибудь купца поблизости, которому мы можем продать, потому что
бегать со всем этим барахлом мы не сможем. Вот там вот я вижу, есть какой-то купец. Сейчас попробуем с ним заговориться. Где-то же он должен быть здесь. Вот здесь, что ли? Ну-ка. Открывай. Так, давайте пройдем. Шестерка. Может быть, этому можно продать что-нибудь? Нет. Значит, где-то здесь должна быть лавочка. Вот, смотрите-ка. Дверь. Купец. Ну-ка, пообщаемся с ним. Покажи-ка мне свои товары. Покажи мне свои товары. Так, и давайте продадим всю эту мототень. Денег, конечно, все это мало приносит, но... А как по-другому-то? По-другому никак. Так, все, давайте прощаемся. Будь здоров. Прощай. И давайте выходим. Вот. Теперь мы можем бегать. И теперь можем пойти на задание. Давайте пробежимся. Возьмем нашу бандосу. Прикиньте, у нас теперь есть своя собственная банда. Такс. Привет. Здорово, Геральт. Как дела? Хатори выдумал для нас задание. Здорово. А то я что-то заскучал уже. Нам предстоит одолжить несколько ящиков со склада Эрнста Ван Хорна, а узнаем их по запаху на шатыря. Это можно. Я знаю, где у него товар. Пойду с ребятами разведаю окрестности. Встречаемся рядом со Сетром. Окей. Когда? Ну, как когда? Как стемнеет. Там и увидимся. Так, прикольно. Давайте побежали назад. Опять к этим осетрам, блин, долбаным. Туда-сюда бегаем, как на Олимпиаде какой-то. Слушайте, какой красивый костюмчик на солнышке. Я вот так вот сейчас посмотрел, такой приятный синий цвет. Прям один из моих любимых. Обожаю машины такого цвета. Там, кстати, какой-то корабль стоит, грузится. Так, ну что, вот здесь вот нам, да, надо? Давайте дождемся, когда стемнеет. Медитация. Ну, 5 часиков. Вот так вот, наверное, да, сделаем. Давайте дождемся. Так, все, есть. Отлично. Ну вот мы с вами и пришли. А вот и наши друзья. Давайте посмотрим. Ладно, мы уже все знаем. Стражник один у входа. Я им займусь. Я так и подумал. Нюх у меня скверный, так что нужные ящики я не найду. Пометь мелом, что забирать. А мы сообразим за это время какую-нибудь тележку. Окей. А что делать, когда я закончу? Просто выходи со склада, и мы сразу двинемся. Так, ну пошли. Мечи, блин, и вареники. Вареники, блин, и мечи. Так, попасть на склад. Так, давайте попробуем пообщаться. Что такое? А это ты? Я тебя узнал. Господин Краснолюд, это тот обманщик и злодей. Ты меня что, преследуешь? Едить колотить, хватит вздор нанести. Я же его знаю, это же ведьмак Геральт. Что слышно, сударь-ведьмак? Ведьмак? Ну, теперь все ясно. Господин Краснолюд, не слушайте его. Зачарует он у вас собачий хвост. Ты что, с троллем башкой поменялся? Кореш Ярпина Зигрина мой кореш! Уматывай отсюда, пока я добрый! Быстро! Абракадабра, чары-мары, фокус-покус. Так, ну что, давайте пообщаемся. Что это вы, мастер-ведьмак? Чего ищете на складе Ван Хорна? Так... Варианты у нас есть какие? Просто попасть внутрь,
должен меня впустить. Ну давайте вот так. Чего я ищу, тебя не касается. Но ты должен меня впустить. Путь свободен. Отлично. Так, давайте заходим. И теперь материалы нам надо найти. Давайте искать. Кажется, здесь. Так, отлично. Вот здесь вот. Действительно воняет нашатырем. Так, отлично. И вот там вот. Теперь все. Осталось только дать сигнал. Так, почему-то я себя чувствую как Али-Баба из 40 разбойников. Так, давайте выходим. Опачки, тут разборки какие-то. Ты что, не знаешь, чья это складка, злоём? Эй, Геральт, вот эта срань, про которую нам Хаттори говорил, он же вроде с тесаком спит, или как-то так? Сукрус, что ты тут с этим колдуном? А, я все понял. Ну ты меня и разыграл. Так вас Хаттори послал? Сраный нелюдь пожалеет, что его мать пуповиной не удушила. Но сперва мы вас грабом скормим. Руки прочь от моего зятя, свиное рыло. Только я его могу лупить, ясно? Эй, зятё, не рачь с нами гребаных нордлингов. Давай, Геральт, вперед! Круто. Уроем всех. Бей их, Сукрус. Тише! Ах ты гад. Так. Иди сюда, козлобаран. Ой, что-то отвалилось. Что, все чисто? Таким махаром можно Нильфгард завоевать. Прости, Сукрус. Я люблю тебя как брата, немытая ты скотина. Вау. Эх, зятё, и зачем нам все это было надо? Ну, конечно, мир. А, где дракар, который меня сшиб? Не хочу портить вашу семейную идиллию, но что мы будем делать с Ван Хорном? А свезем его на скиль, пока он не прочухался. Не будет он вам больше гать. А там, глядишь, может и дело какое развернем. Только ящики сперва надо Хаттори отвезти. Это верно, мне к нему тоже надо бы заглянуть. Так, отлично. Давайте-ка соберем лут. Не так его уж и много, но есть. Так. Ну что, побежали назад. К Хаттори. Или как они его зовут, Хаттори. Так, опять черти куда бежать. Может быть, быстрее на лошади будет? Нет, лошадь где-то далеко. Не хочет она к нам идти. Ну да и ладно. Так, тут какие-то трупы лежат. Оп. Смотрите, теперь вы можете воспользоваться услугами мастера по оружию. Это хорошо. И давайте с этой стороны попробуем зайти. Слушайте, а здесь походу было все открыто, а мы не могли пройти. Так, ну и где этот кекс-то? А, вот он, Хаттори. Ну-ка. Приветствую, Эйвор. Гер, живой и здоров. Он самый. У тебя все в порядке? Лучше и быть не может. После того, как уехал Ван Хорн, тесак потерял всякий интерес к мечникам. Снова можно ковать мечи и не бояться, что мастерскую спалят. Я рад. А я-то как рад. Мне больше не нужен Сукрус. И я могу посвятить себя любимому делу. Спасибо, ведьмак.
Так, теперь ты уже можешь работать? Теперь-то ты выкуешь для меня нечто особенное. Разумеется. В конце концов, мы же договорились. Заходи через несколько дней за новым мечом. Так, отлично. Ну-ка, давайте-ка еще раз поговорим с ним. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Герой. Чем могу помочь? Так, хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал. Сделай для меня кое-что. Так, смотрите, он может нам сделать арбалет. Так. Предмет из комплекта, кстати. И мечи, наверное, может он нам сделать. Школы кота. Серебряный меч. Ну. Давайте попробуем разобрать тогда сейчас с вами. Разобрать глаз чудовища. Вот так вот. Разобрать. Нам нужна одна штучка. Окей. Есть. Теперь зайдем в ремесло и посмотрим черенок. Ну вот, серебряный меч школы кота. Изготовить. Успешная работа. Так, а теперь я хочу понять, лучше он стал или нет. Прощай. Будь здоров. Лучше он, чем тот меч, который у нас сейчас есть, который мы обычно у кузнеца делали, или нет? То есть вообще стоило с этим связываться? Смотрите, 256, 312, а этот... 250... Не, ровно такой же. Совершенно вообще ничем не лучше. Уж не знаю. Ну ладно. Так, давайте попробуем сутки подождать. Так, медитация. Вот так вот. И потом до утра подождем с вами еще. И попробуем за мечом пройти. Вот так вот. Так, отлично. Давайте выходим. Хатори. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Меч уже готов? Мой меч уже готов. Да, смотри и восхищайся. Ну давай, это покажи. Всем мечам меч. Ух ты, симпатичный. Действительно, стоило ждать. Спасибо, Эйвор. Это тебе спасибо. За все. Ну да. Ты уж точно благодарен должен быть. Меч из обрезков создали. Так, ну и, соответственно, мы задание выполнили. Хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Сделай для меня кое-что. Так, у нас, в принципе, есть арбалет. Кузнец-мастер. Так, давайте, наверное, арбалет сделаем. Хотя не знаю, нужен он нам вообще, не нужен. 29 уровень. Давайте изготовим. Вот так вот. Арбалет школы кота мы с вами сделали. И теперь посмотрим, что у нас вообще в лавке есть. У нас есть вот этот вот меч из обрезков. Ух ты, смотрите, плюс 50%. Дополнительный урон при критическом ударе. Это, наверное, что-то прикольное. Плюс еще и выше урон. Так, ну вот этот нам не нужен. Этот нам не нужен. Не нужен. И не нужен. Все, все остальное мы оставляем. Выходим. Прощай. Будь здоров. Так, ну все. С Хатри мы с вами пообщались.
Давайте-ка посмотрим на мечишка на наш. Вообще, что он нам даст. Так, смотрите-ка. Реликт плюс 50%. А этот... Кровотечение, пробитие доспеха. Угу. Симпатичный меч. Что у нас есть? Шанс кровотечения вызвать. Кровотечение, отравление, получение адреналина, пробитие доспеха, отравление... Адреналина. Ну, пока я вот прям вот супер-пупер не вижу, что можно сделать. Уровень 19, а у этого уровень 17. Мы его пока, наверное, оставим, этот меч, потом будем апгрейдить. А с вами мы тогда сейчас вот что сделаем. Какой-нибудь камушек бы сюда бы вставить. Было бы прикольно. Рунный камень, получение адреналина. Адреналином мы не пользуемся. Тогда пока ничего ставить не будем. Просто так с ним походим, посмотрим потом. Возможно, что-то добавим. Непонятно, почему одна ячейка. Обидно на самом деле. Ну, да ладно. Фиг с ним. Все. Давайте мы с вами отсюда выходим. Хаттери вон работает. Молодец, Хаттери. А мы с вами пойдем и найдем, куда можно скинуть наши лишние вещички. Здесь буквально недалеко, в конце улицы. Сейчас мы туда и пробежимся с вами. Опять нас на Скеллиге зовут. Но мы пока туда не пойдем. Точнее, в ближайшее время, наверное, пойдем, потому что у нас много маленьких квестиков еще осталось, которые надо... выполнить, потому что уже накопилось опять дофига всего. Привет. Да блин, дайте пройти-то. Так, вот здесь у нас есть. Давайте выкинем вот этот. Нет, этот меч мы, наверное, пока оставим, а вот эту штуку тоже выкинем. Все нормально. Ну что, давайте двигаться дальше. Да, на этом моменте мы тогда с вами, наверное, остановимся и продолжим в следующий раз. Большое спасибо, что смотрели. Пока-пока.